У меня еще есть один проект. Я, значит, жюрю один конкурс, который называется «45-я параллель», и главный редактор попросил меня, я уже 2 года вот писал песни на стихи авторов 45-й параллели. Вот скоро начнется 3-й конкурс. Я хочу спеть песню из прошлого конкурса, которая называется «Небесная черепаха». На слова Ирины Егоровой из Москвы. Она театрал, у нее театр такой небольшой. Песня ей понравилась, она даже попросила мне минусовку прислать. «Небесная черепаха». Сквозь космос несусь из глубин временных и во мне мой шаг черепаха. Я та черепаха, что тащит китов на спине. Я та черепаха, я та черепаха. На мне 3 кита этот мир воздрузив понесли. Несут, как на блюде, где бегают прямо у самого края земли. Бездумные люди, бездумные люди. Но цирк этот самый небесный затеян не мной. И адрес неведом. И купол небесный сползает с тарелки земной и тащится следом. А мне удержать, добежать, да сохранить, донести ни вздоха, ни аха. Легла впереди бесконечность длинную пути, а я черепаха, а я черепаха.